Так много грешных дел, вокруг беспредел. Дьявол точит вилы и на наждаке, искушая, дергая за ниточки, когда меркнет свет. Все кончается трагически. Вседозволенность, паутина рабства, разделяя властвуй. Это нечто сладостное, как угощение лакомствами. Чуешь, к чему я клоню? Попробуй догадаться, мой друг. Браво, у тебя 7 пядей во лбу. 7 смертных грехов на горбу. В душе осадок горечи неловко тревожит. Своего добьешься или потеряешь. В поисках сокровищ, стоя неподвижно и только слыша вопли о помощи, терзаний и бесконечные упреки совести. Рукотворные катастрофы, курс ни на запад, ни на восток. Судьба человека послужит уроком. В поисках Бога внутри себя, в поисках ответов. Возможно ли встать и здраво мыслить, покаясь? Дьявол искуситель подчиняет волю падших. Непослушание заповедей, вкусив от древа познания добра и зла. Выбор делает каждый сам, что стоит молитва и клятва. Главное благодарить, а не роптать. Почти каждый из нас имеет опыт блуждания. Жребий жизни податлив, как воск. Не бойся задавать вопросы, попробуй не впасть в гипноз.